«Побазарим с Каринманом». Друзья, мы переместились на Площадь Победы. Здесь тоже что-то происходит. Сейчас будем это узнавать. Но прежде, конечно же, мы не можем начать работу на площади, не искупавшись в фонтане. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. До Смоленского рынка не подбросите недорого? Сколько будет стоить до Мазалова? Я вообще район не знаю. А вы откуда? Новополоцк. Что за марка автомобиля? Расскажите нам о ней. Москвич 401, Сопеля Газета К38. Ребята, вот это Москвич, понятно? Понятно вам? А на море чайки, и у нас тоже на площади вот такие вот прекрасные автомобили. Ну, невероятные просто. Мне кажется, затмят любую иномарку, вот затмят. Тем более, когда за ними так прекрасно ухаживают. Вот, все, руку положил, след остался. След в истории этого автомобиля. Давай, порычи, порычи, порычи. Как мотоцикл делает? Давай пять. Крутой, крутой парень, давай пять. Это Феррари, вы все можете его наблюдать. Скажите, а как вас зовут? Виталий. Виталий, такой вопрос. Вам не звонят, друзья? Виталий, на рыбалку закинешь нас на Феррари? У меня для рыбалки есть другая машина. Какая, Ламборгини? Нет, у меня две Хонды. Откройте нам секрет, что сзади хранится в сундуке? Сокровища. А можно посмотреть? На сокровище? Да. Ключ потеряли 80 лет назад. Расскажите нам, что это за автомобиль, как он называется? Citroёn C4 Grand Lux 1931 года. На рыбалку гоняйте на ней? Конечно, легко. На охоту, больше на охоту. На охоту нас зрителей с вот такими открытыми глазами, которые наслаждаются этим автомобилем. Если вы любитель красить автомобиль на гаражах, то знайте, как правило, получается вот так. Я думаю, что здесь уже достаточно хороших надписей. И Цой жив, и Ленка непорядочная. Чего тут только не написано. Давайте быстро узнаем. Срочно, пока не уехали, куда вы уезжаете? На парад. На парад? Здесь прямо на площади или куда-то? Здесь прямо на площади. Будете колесить, да? Почему? Круто. Просто кружок сделаем и все. Так, что это за Mazda? Быстро расскажите. Mazda RX-8 с роторным двигателем. С роторным? Роторным. Уважаемые телезрители, если вы не знаете, что такое роторный двигатель, то вы, как и я, расскажите нам в двух словах. Нет поршней, нет цилиндров, два ротора крутятся, объем 1,3 литра. Круто. Ну, быстрая. На 1,3 тянет. 231 лошадочка и всего 1,3, да? Но мне кажется, это удивительно. Я смотрю, ребята таскают штанги, прям поднимают их, крутят, вертят, бросают, как угодно. Ты тоже этим занимаешься? Да. Ты что, не в курсе, что от поднятия тяжести может вылезти грыжа? Не вырастет, если правильно заниматься, правильной техникой. Есть какие-то секреты, да? Конечно, которые надо знать. Есть... Привет, привет, привет. Привет, привет. Давай привет. Пять, привет, давай привет. Пять. Вы ведущие, да? Мы ведущие, да. Что происходит здесь? Что за концерт? Как называется? Сегодня «Огонь танца» 2016. Следом битва диджеев, ну а вместе это все день молодежи. Как вас подбирали друг к другу? По каким-то внешним качествам? По красоте или просто по чупу Евгения? Как? Просто мне сказали, как, Кристина Ильич, Александр Каринман занят, и Евгению нужно провести вместе. Занят тем, что будет брать у вас интервью? Да, да, именно так. Ребят, желаю вам удачи, ну и, конечно, хорошего славянского базара. Здравствуйте, ребята. Мы пришли за бесплатным попкорном нашим. Вы подготовили уже? Конечно. Где наш бесплатный попкорн? Здесь приготовленный. Да? Вы сделаете нам кулечек бесплатного попкорна для телевидения? Ну хотя бы чуть-чуть. Давайте, мы ждем. Бесплатный попкорн. Мне, как человеку с фамилией Каринман, очень нужен бесплатный попкорн, друзья мои. Что, друзья, поработали на Площади Победы, отсняли много материала, пообщались с интересными людьми. Ну и, конечно же, покушаем халявного попкорна. Это была рубрика «Побазарим с Каринманом». Меня зовут Саша Каринман. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет. «Побазарим с Каринманом».